Потом было развитие ко второму куплету, но, мне кажется, недостаточно. Нужно было больше вдохновения, больше счастья. Эта песня о счастье города, понимаете? Вот душа должна петь. Расцветай под солнцем, Грузия моя, ты судьбу свою вновь обрела. Лететь должен голос, он должен лететь, да? Не найти в других краях таких красот. Боже, как ты владеешь грузинским. Без тебя и жизнь мне не мила. Понимаете, без тебя и жизнь мне не мила, без города. Вот, давайте, быть, давайте, страсть. Давайте грузинию навчимо любить. Больше грузинской страсти. Давай. Да. Давайте, давайте. Я думаю, что просто Сергей бракувало. Больше грузинской страсти. Нам дали сегодня да. За... Да, давай. Вот не хватило грузинской, истинно грузинской страсти. Как вот мне кажется. А песня роскошная. Стихи написал замечательный грузинский советский поэт Петре Грузинский. А музыку мне подсказала Кристине, моя замечательная Кристине, написал Ревас Лагидзе. Роскошная песня, песня на все времена. Дякую. Правда, Нино? Нино. Для меня, у меня первая реакция, что подкупает саму песню, потому что я давно не была дома, и мне хочется побывать в Тбилиси. Это первая реакция, а музыкальная реакция, начало было более интересное, потому что оно абсолютно соответствовало манере пения. И мне казалось, что рецепция будет продолжаться в том же манере. Но когда вот вошла абсолютно такое классическом манере, в классическом рецепции, и перешла обычную босанову, это музыкальный термин называется, которым, ну, вальс, больше вальс. Это джаз-самбо. В основном это сочетание джаза и самбы. Да, ну это больше вальс было, счет был вальса. Как-то вот манера чуть-чуть уходила как-то мимо. Для меня было оно не гармонично с этой рецепцией. И самоголосовой расклад был абсолютно классический. Это для меня приятно, я не могу быть... жестко критичным, но я не имею права не сказать правильно музыкально, потому что действительно не хватало грузинской такой любовь к городу, который лежит в этой песне. Но я все равно люблю эту песню. Дякую. Игоря? На відміну від попередніх членів жюрі, у мене вже немає грузинських учасників в моїй категорії, на жаль, і тому я скажу, що мені все дуже сподобалось. Просто класно. Єдина у мене претензія до вашого, наставника. Ти ж хотів встати. Я ж бачив, як ти отак от зробив в кінці. Що ж ти не встав? Я просто побоявся. Я побоявся, що в мене було там класно. Під столом не все, що шнурки розв'язані. Да. Ні, насправді мені дуже сподобалось. Спасибі велике. Я минулому році...